И всем привет, меня Александр Сучков, и в данном видеоролике мы будем играть в Warface, а именно, ну, мы будем просто играть в него, а пока что, ну, нет картинки, вот, картинка есть. В общем, подпишитесь на мой канал Нубас, это самое главное, то, что вы должны сейчас сделать. Мы будем сейчас играть, у меня в прошлом... Этот я видеоролик уже переснимаю несколько раз. В общем, в чем прикол? Это 10 часов стрима. Именно по Warface мы будем играть спецка, короче, ладно. Не буду выговаривать там слова, которые используются в Ютубе. Просто спецка, которую мы будем играть. Вот я уже пробовал полигон, вот то, что я выбрал, вот с чем мы будем сегодня играть. Снаряжение. Мы будем играть сегодня за штурмовика, мы будем играть с этими вещами, мы можем его покрутить, посмотреть, как это все будет сработать. Так, и сегодня, вот, сегодня я решил, вот, я сегодня прям на видео, на 10 часов стриме, кстати, будет сегодня новый плейлист, 10 часов стримов в играх, и я буду туда выкладывать, когда-нибудь буду выкладывать видео, которое я буду играть 10 часов в стриме. Так, в общем, все, я пока что полигон не буду, потому что на полигон ушло у меня дофигища времени, после видеоролики, получилось, что надо было его перезаливать. И у меня что-то там пошло не так, и видео просто у меня удалилось, как бы так. Да, можно так назвать. Я купил в прошлом видео, да, вы не увидели, я удалил это все. Я купил бронежилет этого, как его зовут-то, самый там крутой, который за 12 тысяч. И мы будем сегодня играть именно в Анубис, именно профи, а потом дойдем до, наверное, именно дойдем до, как его зовут-то, блин. Да хардкора, да. Или не хардкор. Хардкор, да. Так. Так как я это перезаписываю уже третий раз. А я перезаписываю это третий раз уже. Это данный видеоролик. Того я уже где-то играю 30 часов в эту игру. Ну, вы, конечно, не заметите, потому что два видеоролика просто их не было. И я их удалил. Потому что... Ну, просто они у меня пропали почему-то. Я их готовил, я там... Ну, показывал все, я играл. И ничего не получилось. Вот вы видели то, что у меня 7 жетонов осталось, потому что я 3 жетона, можно сказать, просто потратил. Просто так. Один раз я просто сыграл, а два раза вот я снимал 20 часов. Ребята, это было охренительно, конечно же. Но вы этого не увидите. Это жалко. Я там столько хедшотов поставил. Да. Я там так вообще был рад этому. Почему все уходит? Я не понимаю. Где команда вообще? 4 человека нужно еще. Список контактов. Контактов у меня нету. Вот сейчас подключатся, ребята. Наверное, сыграем. Что я вам могу сказать, ребята? Это Анубис. Понимаете, профи. Это не легкая сложность. Не сложная сложность. А это именно... Профи сложность, которую мы будем играть. Да вы что, почему они все выходят? Я вот не понимаю, придется опять перезаливать ролик. Я не понимаю. На YouTube. То есть я как-то, как вам сказать, я загрузил видео, которое должно было выйти. Я его сделал. Я все там подготовил. Все загрузилось на YouTube. Но мне там не понравилась часть, потому что там в полигоне там очень долго я делал. И половина видеоролика просто не удалась, и мне просто пришлось просто удалить тот видеоролик и перезалить другой видеоролик, новый. Но он что-то удалился почему-то, и тот видеоролик старый удалился, который я снимал. И получается, что два видеоролика просто зря прошли и ничего не изменило, да. Ладно. И, как я уже сказал, мы сегодня будем играть именно в Анубис. И пока что ничего у меня не происходит. Не знаю почему. Но почему-то никто не заходит просто. Это реально нереально. Серьезно, это что-то такое. Давайте, ну кто-нибудь, зайдите. Вот! Зашли, не выходите. Если ничего, вы... Ну, твою мать, да что ж такое? Почему вы просто не можете собраться нормальной командой? Почему вы все время сливаетесь и... Сливаетесь. Вот и все. Да уж. Видимо, это будет долго.
долгое подключение к игре. Кстати, ребят, если сейчас это все будет очень долго, то у нас просто ничего не получится. Опять придется перезаписывать. Потому что я уже, наверное, потратил минут 10 на это, на все. 10 минут. Ну, 10 минут, короче, я потратил на вот это только подключение. Это вы представляете? А стрим 10 часов, понимаете? Это такие числа, это такие огромные числа. Это сколько? По 60 минут получается. Да, это дофига. Это где-то... Я не буду сейчас считать. Я занят игрой. Потому что нам придется тащить, и если мы не затащим, то я... Что я? Я просто проиграю, мне нечем чинить это все дело мне нечем чинить. Потому что мне придется чинить тавр, мне придется беретту чинить, мне придется чинить лопатку, мне придется... Лопату, точнее. Мне придется чинить шлем, броню мою, вот этот жилет, штаны, как они, не штаны, ну вы поняли, ребят. И что-то еще, ботинки. Итого у меня еще ускоритель, у меня на 15% это все ускоряется, а именно ХП, именно опыт и оп. Я не знаю, как вам объяснить. ВП, короче. Или не ВП. Забыл, короче. Ну, короче, та штука, которая синяя, и дается за нее оборудование, там, оружие, снаряжение, ну да, оборудование. В общем, на 15% у меня сегодня это делается. И сегодня я специально для вас, вот эти за 20 часов, за то, что я играл, я накопил 20 тысяч долларов, и, в общем, я купил на них жилет в прошлом видеоролике. И получается так, то, что у меня осталось 6 тысяч долларов. И получается так, что вы этого не увидели, как я это все покупал, как я играл. Это очень, очень обидно, если честно. Но тот, кто увидел, а люди увидели тот первый видеоролик, им он понравился. Потому что на стриме дофигища было людей. И поэтому я снимаю в режиме не стрима. Как-то. Видео называется «Стрим 10 часов». Но на самом деле это не стрим, это просто видеоролик, ребят. Потому что на стриме, два стрима было, люди смотрели, людям понравилось. Но мне пришлось его удалить. Ну, понимаете, ну... Внимание! Получилось. Нас ждет важное задание. Блэквуд собирается так, начать ладно, давайте начнем. В Северной Африке. Подготовка идет полным ходом. Но пока неизвестно. Если мы устроим диверсию, пока что у нас не получилось наружить ничего из того, то, что сегодня подготовили для вас. А что такое? Что такое? Эй! В смысле? В смысле, ёп? Как так? Давай, 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 ну, лес. Срочно врача! Короче, все, лохи. А в смысле, что у меня? Да, у меня, да. Да, правильно, все, лес. Что такое было? Наша первая цель — ракетная база. Можно вывести из строя командный центр. Я еще может лагать, потому что видео включится. Почему? Видите, в чем я одет, ребят? Давайте, ну кто? В общем, я слил. Полностью слил. Вы не поверите, но я правда слил. Я не смог ничего сделать. Вообще, я не знаю, я хотел поиграть, а у меня получилось, что я слил. А на это смотреть неинтересно. Просто я зря потратил броню, считайте, потому что не сольют. Это точно на 100%. Уж смотрите. Разведка подтвердила наши худшие опасения. Аберон все еще жив. Его не было в вертолете, который вы сбили в Китае.
Похоже, сейчас он руководит операцией здесь. Если встретите ублюдка, вы знаете, что делать. Активируйте. Активируй. Активируй. Ка, нет, не командир. Активируйте. Ну. У них как будто это все работает. Назад. Давайте, я на время играю. Парни. Давайте, я на время играю. Да, граната, на время. Найти укрытие! О, нифига их слили. Хорошо, смотрите. Нет, я дальше буду играть, конечно же. Дальше будем проходить. Ну без. А, кстати, да, у меня знаки были. Твою мать. Я не хотел тратить знаки, потому что это было бы очень даже тупо. Не надо было. Не надо было. Так что, по идее... Как-то так. Получилось все это. Ну, в общем... Ребята, значит, вот еще дальше. Смотрим. Так, загрузка. 6 дул. Охренеть! Чинитель, блин, стоит и то дороже. Ё. Да ладно. Они, смотрите, они или без знаков играли, или я не знаю, как они играли, но они слились полностью, ребят. Это вот, это вообще, это они слились, это вообще, это... так, окей. Ладно. Окей. То есть вообще, по идее, если подумать, давайте еще раз попробуем это все дело сделать. А мы попробуем это точно. Так. Поверьте, мы затащим когда-нибудь. Хм, не прошли. Мы никогда не пройдем. Кто-то выходит, кто-то заходит. Семь... Ни хрена, у меня 7 знаков так и осталось. Охрененненько. Конечно. То есть, как бы, пока что мы не дошли до контрольной точки, у меня не... это все не убралось. Так. Ладно, окей, пока у нас здесь загрузка, давайте я остановлю, потом продолжу. Начинаем.